Так, ну здорово, чё, начинаем дальше проходить. В Звездных войнах. Так, чё-то... Так, здесь всё. Да-да. Погнали. Raiders don't like the imps any more than we do. Война у них происходит. Тут он идти. Или нахер. Так. Ага, туда мы все равно не допрыгнем. Значит, идем к ним. Must have shot this drop pod all the way from the Lucre Hulk. Так. Так, есть, смотри, проход туда вниз, да? Ну, естественно, вот сюда. Так, окей. Значит, давай сейчас вас. Блять, ага, сходим. Значит, у нас единственный путь. Let's get a drop on these bucket heads. Пойдем внезапно. Так, на. Generations of Raka raised their young here. Then the Empire tore through, shot and trampled anything that got in their way. Seems there is issue with Raka. Вот как бы, да, ну ладно, оптимизация, хорошо, первая часть тоже была не очень хорошая оптимизация поначалу. Вот, но что мне здесь не нравится, это то, что всего лишь, как я уже говорил, два стиля только можно, нельзя, вот нету комбо, которое там кнопку зажал и переключался сразу на следующий стиль, как это было в первой части. В первой части, мне кажется, там все очень грамотно было сделано. Во второй части что-то они... Да ты заебал. Так, может, вручь меч против таких не очень. Дурочная такая толпа. Ага, вот это все, это наверх. Там какая-то.
bud. Блять, он когда. Да уходи, уходи. Бля, конечно, не очень хорошо я сыграл. Так, это я туда могу допрыгнуть, да? Do your thing, buddy. Штаны охотник. Ну, так все они выглядят, конечно. Мне вообще типа пончик какой-нибудь. А, у меня полностью есть это, да? Костюм Хантера. Ладно. А, я должен был. Вот оно что. Я думал, он притянет. Что там за мешочек? Странно. А, это цветок. Как это у нас на время, да? Блять! Ебать! Да, что-то не мой какой-то заход. Давно не играл. Бля! Even before she was damaged, there's no way Z could have made this journey. Of course, back in Kree's day, there was no empire to contend with. But I would give to see a glimpse of that galaxy. Seeds. I could plant them, but where? I don't bite, I promise. What? Так, судя по всему, сюда живет вообще-то, да? И это уж точно не штурмовики. Откуда здесь эти штурмовики? Так, короткий ключ. А, все. Угу, понял, где. Кстати, пойду, да, пойду эти пополню. Я что-то проебал очень много. Let's stop for a moment. Да, давай отдохнем, пополним запасы все. Там херачится. Catch what they were shooting at? Spy droid. Someone else has eyes out here. Так. Maybe the raiders. У тебя есть чего-то много уж. Там по бревну я, наверное, смогу, да? Там прям двуручный туда заходить.
your eyes peeled. The Jedi's been spotted nearby. Don't say that. I'm not ready for combat. Then get ready. Полетели. Look out! Copy that! Take that! Щитовых вот такими чем лучше одноручно. Так вчера то вон было. Да ладно, там не пизди. Always on point. What is it, buddy? Да. Так, опять здоровая хрень. Там можно на подняться или нет? Ладно, пойдем уже не раньше. Так, свет на the Empire want with a backwater planet like Kobo? Perfect, buddy. Эх ты, тварь! Свалил от меня. Looks like seeds. Better hold on to them until I can find good soil. А, нам пойди сюда. Да, я могу как-то наверх. Don't know what that stuff is, but definitely doesn't look safe. It's hard to breathe. Силы-то ни по чем.
иди в жопу. Не, это все-таки я иду правильным путем. Давай назад вернемся. Вернемся взад. Возможно. Так, так, так. Вот, нам надо вот это, да? Типа сделать потемнее. Может так вот? Слишком светлая картинка получается. Так, я надеюсь, что я не разрушу. Да, вот потемнее, как картинку делаешь, что все зависит. Let's try not to end up like that guy. Ёбаный враг. Слишком мощный какой-то. Нет, нет, нет. Иди, here. Ебать, я в сраку. Капец, животные могу едь, короче. That must be another one of those High Republic chambers. Так, а что за кубик Рубика там? Да и там походу что-то интересное. What do you say, buddy? Up for a little detour? Что, очередные испытания? Ладно, сначала туда поставим. Там, кажется, за тут что-то есть интересное. Looks like a data disk. Так, есть путь вверх. Ой, там комната какая-то. А есть, есть.
Давай, вылетай его. Стим. Зашибись. You never have enough of these. О, вот сами сюда все попомнишь. Хорошо. Я никогда не обращал внимания. Так, и здесь у нас что-то есть. Ой, опять этот рыбак, да? Так, ладно, жизнь пока есть, кстати, есть. Здорово. Step tender, lad. This one's a rare catch indeed. What is it? The fabled farfish. Its tail is one riven with greed, soaked to the bone with tragedy. There are scant few far left on account of their succulent glands. But I do not intend to harvest the poor creature for its organs. Типа он нам рыбу собирает. I intend to bring it back to the saloon, where I might one day. Большеротая фа. And then meet for it. Playing matchmaker, huh? You found another fawfish before? No. But fishing's about leaving the world better than you found it. A ripple's only as good as the stone you cast. Every tail, lad. А я могу то? А, серьезно? So, you wish to prick up your ears and receive the tale of Scuba? If you're sharing stories, we'll listen. Then you be a fool, my lad. A sordid tale will bring you nothing but grief and woe. Okay, well, if you're not sharing stories, we'll... Oh, fine, I'll tell you. At your own assistance, and at your own peril. My story begins in a small village on the frozen banks of Sakavi Tar. My home world. Nights black as quillfish in it. Winter so cold, a stern look could turn you to glass. Doesn't sound like the easiest place to grow up. Difficult, eh? Этот чувак играл Джокера в сериале Готэм. Это этот был. Мистер Фриз. Будь они во вселенной, я запомнил. They dwelt far below the ice, where warm currents danced like ribbons in the wind. To fish so scarce a quarry, on account of the great fish famine, well, it's nearly a mild undertaking. But for all the bellyaching now, there's a peaceful enough life for a wee Sakavian with an instinct for the rod. So you discovered your talent early. Such a talent was I, that as a lad, nay hardly sporting my first prickly chin hair, I was given an audience with Undun. But that'd be a tale for another time. Так, вот еще одну историю нам рассказал. Окей, все, значит, идем в этот квадрат. Welcome, Jedi. Centauri Kree. The path that we must walk is not always immediately visible to us. Only through patience, careful thought,
and the wisdom of the Force, will the way appear. Это типа своеобразное, да, еще? Как подземелье. Смотри, там стену можно разрушить. Скорее всего, вот это будет правильный путь. А вон то, наверное, это секрет. Куда он укатился? Чё за... Или мне надо было его взять и идти с ним? Она чё, на обратно, да, телепортируется? Сейчас проверим. Ну да. Help, please. So, they believe something is behind the abyss? That's right. A planet. Well, I hope it's worth all this effort. Ну да, его надо было сюда довести. Так. Это будет туда проход. А здесь у нас еще какой-то. А, это выход назад. То есть надо быстро бежать потом на стену, да? Так, а чё вторая дорога? Это у нас стабильно. А, подстой, мне сюда надо шар. А он уже вон. Он.
кто там у нас? Подожди. I've never known Centauri Kree to shook from a challenge. No, and she seems exceptionally driven by this particular task. Padawan is impatient. Weren't we all once? The question is, how will he overcome it? Два учителя, блядь, короче, обсирают учеников. Говна не пускают. Z could tell us more about this. Даже без понятия, чем все. Нам нужна сфера. Я здесь вот не смогу с этим соседом правильно пройти. Надо думать. Так, ну здесь ладно, по стенке. Это он туда. Там подвину. Но без шара-то. Куда я продвинусь? Никуда особо. Где-то еще, где-то я что-то упустил. Так, а там вверх я как должен попасть?
Странно все это. Так здесь точно ничего не было вверх? Внимательно все пострелить. Вот что это? А. Человечки какие-то. Двое. Что это значит? Двое. Так. Если я тут внизу шарик вытащу, попробую его закинуть наверх. Ну-ка, здесь он сверху. Здесь вот тоже дорожка, но он сверху будет. А этот мы так просто не докинем. Хера он его сюда не... Блять. А как же, чё мне сделать? Где-то он может где-то перед носом, но я его не вижу, да? Так, туда мне, в принципе, не обязательно подниматься, потому что я могу отсюда сюда подняться. Это вопрос, как мне тогда тот шарик взять и перетащить его? Или вот этот хотя бы, как его перетащить? Даже если я его закину наверх, с того мостика сверху я же... Да, я не смогу тут серу подобрать. Оттуда. Остается вопрос, как мне это все сделать? Подожди, а с этого моста, с верхнего, я могу тупо добрать? Да. Оба-на. Здорово. And, what's the point of this? Okay. No, I can figure this out.
Теперь у нас путь здесь открылся, да? Ага, теперь здесь надо точным броском перекинуть. Отлично, еще. Закрыто, но там что-то лежит. Это интересно. Так, теперь идем поверх. Значит, сейчас мне здесь эту. Ай, блять, ее надо пододвинуть. Боже, жопа. Ладно. Бля, сука. Ну ты чё? Отсюда мы можем сразу. Точно бы броском кидануть. Подожди, это что там за хрень? Ладно, пока не будем ничего трогать. Так, новый пир какой. Смотри, а там-то, в принципе, есть рычаг какой-то. Да? Ага. Надо закинуть в двери. Сейчас попробуем. Все можно брать, кидать и уходить отсюда.
полностью исследовал, получается. Да, все полностью. 100%. Так, ну теперь наш путь идет вниз. Лет мне нахер. Там целое поле этого порожняка. Another data desk. Нет. Хера оно расхерачило, сожрало меня. Говнище вообще. Хрени летающие, непонятно. Think this substance has anything to do with the array? Это пыль кобах. Кобаха пыль. Так, есть туда путь. А тут нет, да? Так, ну все, начнем туда. This is the work of Santari Kree. If the rest of Z's story is true, the key to Tantalor should be around here somewhere. Хера себе, целый город. Оба-не. Чего я там вижу? Сундук там носить. See what we got here. Что тут у нас можно?
долго думал. Материалы у нас снова, да, есть раскраски. Вот такой должен быть. Ручка. Там, конечно, черная самая нормальная будет. Так, это возраст, да? Let's see how it handles. Так. Что у нас там беги есть, что у нее новое? Тело тоже. И ноги тоже. Ничего нового на него не было. Like the new look? Здесь все нормально. Где там эта параша? No cutting through this stuff.